друзья, понеслась нелегкая. Мы сейчас немножечко пошалим. Я взял ручку, закрыл троечка, понеслась. Дельтапланеристы, друзья наши. Так сильно его перебил. Так, по лишней теме можно сидеть. Насколько близко перейдет к теме. Друзья, ну вот так вот, как бы можно капельку похулиганить. Миша, ты там живой там? Да. Вот. Ничего такого в этом особенного нету, просто хорошая влетанность, планер и... О, муха что ли у тебя летает, да, Миша? Да, муха летает. Эти, с нами муха. Во. Муха, видимо, укачала. Кидай закрылочек на четверочку, будем набирать дальше. Я потратил какое-то количество высоты на это, но видите, он вот сейчас сбросил скорость, и вот, пожалуйста... Мы продолжаем набирать высоту, сейчас пару проходов будем выше склона. Можно еще раз то же самое повторить, но я думаю, что что, хорошо получилось, мне понравилось. Напишите, как понравилось вам такое мелкое хулиганство. А зачем все это нужно? Ну вот скажут, вот там извращенец, планер не для таких вот рок-н-роллов предназначен. Ну по сути да, может быть и не для таких. Вопрос, что когда-то я летал на параплане и сейчас летаю, и в свое время был... Там придуман курс нештатных ситуаций над землей, когда ты
летаешь на параплане, делаешь что-то, что там, ну, там он сложиться же может. Вот ты складываешь, раскладываешь и прочее. И тем самым ты готовишь себя к тому, что в сложной ситуации ты можешь вполне, ну, иметь лишний шанс справиться. Также и здесь можно летать постоянно далеко от склона, можно не тренировать вот это вот выпаривание у склона. Вот мы сейчас сбросим высоту метров 200, я Мише отдам ручку, и он у меня будет выползать с самого низу. Это классное упражнение. Кстати, как выглядит башенки. Это замечательное хорошее упражнение, которое позволяет учиться. То есть учиться летать, учиться оттачивать мастерство. И, например, в какой-нибудь сложной ситуации на маршруте, когда... Ну, нужно будет, очень нужно будет выпарить, то умение вот так летать у склона, чувствовать планер у склона, просто позволит долететь до дома, а не приземлиться на каком-нибудь чужом аэродроме, площадке и там, в конце концов, запустить двигатель. Так что для этого мы и летаем, для этого и тренируемся. Вот мы сейчас с Михаилом немножечко еще потренируемся, он попарит. Вот если будет что-то интересное, я еще отсниму. Но как бы основная идея была подснять такой вот проходик здесь, потому что просили в нормальном качестве, вроде как в нормальном качестве, наверное, записал, но единственное, да, куча засветок от фонаря, блики всякие, не столь красиво, как хотелось бы, наверное, получилось, ну, посмотрим, мы для этого и пробуем, снимаем, вы отвечаете на вопрос, вы говорите, как снимать, подсказываете, для этого и существует такое взаимодействие с аудиторией, вот, я тоже, на самом деле, учусь, потому что, знаете, я так как снимал год назад и как снимаю сейчас, собственно, даже я могу почувствовать разницу. Ну все, стремимся, набираем профессионализм и так далее. Миш, собираю управление, восьмерочек и дальше работаем. Все, друзья мои, может на этом видео закончится, может быть нет, но по крайней мере я попрощаюсь. Всего доброго, до новых встреч, пишите комментарии, что, как нравится, как не нравится. До новых встреч, аривуар.